Сегодня в Чувашском драматическом театре творческий вечер Валерия Яковлева. Большой праздник приурочен к юбилею актера и режиссера, чье имя неразрывно связано с театральной историей республики. Валерий Николаевич Яковлев, выпускник Чувашской студии Государственного института театрального искусства в Москве. ГИТИС он закончил дважды по специальностям актерское мастерство и режиссура. С 1961 года он хранит верность Чувашскому драмтеатру, в котором служил актером, режиссером, главным режиссером, а теперь художественным руководителем. За год работы Валерий Николаевич поставил более 30 спектаклей. Он лауреат множества почетных званий и премий. А 4 октября указом президента страны награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени. Видеоверсию творческого вечера выдающегося режиссера Валерия Яковлева можно будет увидеть в эфире Национального телевидения Чувашии в ближайшее время. Следите за программой.